Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги, с вами Светлана Соколова, вы на моем канале и добро пожаловать! Сегодня покажу вам покупочки с Алиэкспресса. И как вы видите, все же распаковано, раскрыто. Ничего не буду перед вами открывать, потому что мой любопытный нос уже давным-давно залез и все открыл и распаковал. Давайте теперь посмотрим, что же было здесь. Что же такое было? Начну не с ногтевых покупочек. Эта покупочка, скорее всего, понадобится для тех, кто ведет свои видеоканалы на YouTube или где-нибудь еще. Это микрофон. Очередной микрофон. Я вам не все микрофоны показываю, какие заказываю с Алиэкспресса, потому что большая часть из них балдовые. А вот этот мне не стыдно показать. Показывала я вам вот такой конденсаторный микрофон от Боя. Классный, очень хороший микрофон с длинным проводом. Записывает хорошо, записывает стерео. Стерео записывает, но в нем батареечки. И каждый раз нужно не забыть, что нужно проверить, работают ли батарейки, не сели ли они. А я иногда забываю, поэтому нужен микрофон, который будет запасной. Если нет батареек, нужен другой микрофон. И как я уже сказала, большая часть микрофонов были балдовыми, поэтому вам рекомендовать их не могу. А этот очень даже хороший. Пришел он в таком пакетике. Я его уже испытала, он, видите, распотрошенный. Абсолютно недорогой, у него такая приплюснутая ветрозащита, но она выровняется, конечно же, поролончик такой. Сам микрофончик вот с таким вот зажимчиком, очень-очень жесткий зажимчик. Все добротно сделано. Большой, самый большой недостаток в этом микрофоне — это короткий проводок. Ну как короткий, прям не очень длинный, как у этого Боя. Он пишет стерео на две дорожки, поэтому проблем с аудиодорожками не должно быть. Это, знаете, когда в одном ухе звучит, а в другом ухе не звучит. Или в одном ухе играет, в другом говорит. Это значит, что микрофон записал на две разные дорожки разные звуки. А этот записывает на две разные дорожки оба звука. Поэтому будет звучать в обеих ухах одинаково. Так что если кто-то ищет для себя хороший микрофончик, ссылочка будет на него под видео. Я обязательно закажу еще такой. Ни одного нормального микрофона, в общем, кроме Боя, я не заказала, потому что обязательно уже здесь подломалась. Вот эти зажимчики потерялись, они держатся лишь бы как. Ну вот, только один большой недостаток в этом микрофончике, то что у него короткий проводок. Если вас это не пугает, ссылочка будет в описании. Так, теперь у нас пойдут ногтевые покупочки. Ногтевые пигментики, сухие коты или кошки. Света такая балда, она заказывала перед этим, да, Света, она заказывала перед этим сухой кошак у другого продавца. Этот кошак был дороже намного, чем вот эти два. Но вот как так можно было заказывать? Вот как так можно было заказывать, а? Почему я заказала два одинаковых? Вот блин. Уже многие из вас спрашивают мастер-класс с этими сухими кошками. Но я, если честно, у меня как бы вот не лежит душа к этим сухим кошкам. Хотя возможностей намного больше. Открываются всякие возможности. Там можно всего-всего намутить, замутить, намешать. Но вот как-то не лежит у меня душа к этим кошкам. Не потому что они там плохо работают или не так, как надо. Вот ну, не лежит. Ну, может быть, как-нибудь полежит у меня душа к ним. И я обязательно вам покажу на этих кошечков мастер-классы. Но не могу вам порекомендовать вот этого продавца. Вот этого порекомендую, наверное, а вот этого нет. У этого пигментики намного дешевле, но они и шли очень долго. Они прям в последний день пришли, когда нужно было открывать спор. Поэтому не думаю, что нужно этого продавца рекомендовать. Очень долго шли, прям больше 2 месяцев. Честно говоря, даже открывать не хочу, потому что, ну вот, не хочу, не хочу и не буду. И еще кисти. Кисти, как же без кистей? Теперь очень важная тема. И очень внимательно меня слушайте. Начнем вот с этой кисти.
Эти обе кисти пришли от одного продавца, если что. Если что, это от одного продавца. Обе в тубе. Это знаменитая кисть Баян. И заказала я эту кисть по очень веской причине. Во-первых, я наткнулась на подделку этой торговой марки. Кисть Баян, которая является подделкой. Это ужасная кисть, которая с другого сайта. Она тоже Баян, у нее тут тоже написано было, что это Баян, но этот Баян уже стерся. Тоже говорит о том, что это подделка. Это плохая кисть, очень плохая кисть, и я ее выброшу прямо после этого видео. Самая-самая моя первая, которую я постоянно рисую, которую вы видите в моих видео, вот такая кисть Баян. Это не подделка, это оригинал. Видите, надпись так и не стерлась за столько времени, ей больше года. Это кисть, наверное, 7 миллиметров, я точно не помню, не измеряла. Она такая тоненькая, здесь у нее прозрачные кристаллики, и у нее нет колпачка. И потому как я столкнулась с подделкой этих кистей, я решила заказать у некоторых других продавцов и посмотреть, что же они продают. И вот пришла мне кисть Баян, красавица, спортсменка, очень красивая, с колпачком, тоненькая, притоненькая, мягенькая, примягенькая. Это настоящая. Я закажу у этого же продавца другого размера. Кажется, я заказала 9 миллиметров, есть 7 и 11. И закажу еще две кисти, посмотрю, какими удобнее рисовать. Чё я вверх тормашками вам показываю, вот так. Ворс у этих кистей разный, длина ворса, но по качеству они абсолютно похожие. И вот такие красивые, красивые. И, конечно, немаловажно то, что у нее есть колпачок. Да какой красивый этот колпачок. Конечно же, классно, когда есть колпачок. Хочу еще вам кое-что сказать по поводу, по поводу заказов с Алиэкспресса. Если я оставляю ссылку под видео, вы переходите по ней, но заходите в другой магазин и покупаете у другого продавца, не у того, которого я вам рекомендую, а находите, например, подешевле или, может быть, по каким-то другим параметрам находите, то есть переходите по моей ссылке, но у другого продавца покупаете. Здесь я вообще не несу никакой ответственности. Вы мне, пожалуйста, тогда не пишите, что вам прислали какашку. Кто-то пишет, лампы не такие прислали, что неплохо и мало работали. Вот если я даю ссылку, это уже более-менее проверенные продавцы. Поэтому если вы где-то там стразы в другом месте купили, не у того продавца, которого я рекомендовала, и они у вас облезли, облетели и потускнели, то я никакой гарантии не даю. Я вообще никакой гарантии не даю на Алиэкспресс. Но зачем вы мне пишете, если вы покупаете совсем у других продавцов? Вы можете мне объяснить? Ладно, проехали. И поговорим еще про одну кисточку, которая также была у этого продавца. И я планирую купить у других продавцов эту кисть. Это кисть, которая... Амбре. Я не любитель и не профессионал обрезать кисти и делать из них кисти под себя. Тем более выстригать кисть амбре. Вот такая дуофибра пришла. Мягенькая-мягенькая. Также с бриллиантиками. Есть в ней один косяк. Она криво вот здесь приклеена. Патрончик к ручке криво приклеен. Это не смертельно, конечно, но немножечко печальненько. Спорить открывать не буду. Поищу еще амбре, поищу еще эффект фикции. Посмотрю еще другие кисти амбре у других продавцов, потому что я натыкалась и на другие кисти. И посмотрю, какие из них удобнее в работе. Все ссылочки, как всегда, будут под видео. Не стесняйтесь, заходите. Если что, пишите. Буду рада вам ответить на ваши вопросы. С вами была Светлана Соколова. Пока-пока!